Летние деревянные домики и серьезные строения из кирпича и бетона, которые вполне могут стать фамильными усадьбами. Решить, как будет выглядеть собственный дом, поможет выставка «Ваш коттедж». Здесь также представлены новинки ландшафтного дизайна. Карликовые ели и сосны, больше похожие на пушистые кустарники. Большой ассортимент модных туй и кипарисов. Очередной проект собрал под одной крышей и профессионалов, и будущих домовладельцев. Здесь, в этих стенах, найдут возможность встречи те, кто профессионально интересуется возможностями построить свое жилье, украсить его, сделать его более комфортабельным, безопасным, экономичным, экологичным. И для этого здесь все решения есть. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, самарская выставка в этом году расширилась. Порядка 150 участников приехали не только со всей России, но и из-за рубежа. Собственные дома сегодня востребованы. Малоэтажное строительство – это свой дом. Решение этого вопроса для многих ключевое по жизни, как многолетний перспективный план. Возможность подсказать человеку, направить его на правильный путь, указать пути решения вопроса этого. Я думаю, это чрезвычайно важно. Кроме интересных проектов и новинок в архитектуре и дизайне, гостей выставки ждут мастер-классы и семинары, фестиваль проектов загородных домов и турнир барбекю. Выставка «Ваш коттедж» открыта до 26 апреля. Марина Кравцова, Станислав Левин. События.